конечно, хорошо, но все равно все прошло мимо, красочно, ярко. Поэтому я и не подозревал, что могу быть привлечен к ответственности за это, за преступление, все остальное. Да, я знал, что нужно согласовывать какие-то шествия, митинги, да, пикеты, как бы, да. Тут просто это, такая история, она у всех футбольных фанатов во всем мире есть такая история, они собрались и пошли, как бы, да, то есть к стадиону. Ну, тут культура футбольная такая, и не мог это так, как бы, серьезно.